Кто капитан этого корабля? Он перед тобой. Ну что, вылупился? Да, здесь капитанствует баба. Я должен попасть на Скеллиге. Не на этом корабле. Я хорошо заплачу. Островитяне живут морским разбоем. Я рисковать не собираюсь. Ты плавала туда когда-нибудь? Послушай, островитяне нападают на всех. Если кого ненавидят, тот же Нильфгаард. На того нападают чаще. Но на самом деле для них большой разницы нет. Однажды взяли меня на абордаж. Хотели, наверное, проверить, капитан я или баба. После той свалки хватит для меня Скеллиги до конца моих дней. Ты капитан этого корыта? А что? Я должен попасть на Скеллиге. Так это лучше вплавь. Никто туда теперь не ходит. Островитяне бьют что наших, что черных. Да ладно. С кланами можно договориться. И кто-то наверняка это уже сделал. Разве что шибанутый Волверстон. Капитан Атропос. Вор, враль и садомит. Такой с дикарями мог сговориться. Где его найти? В свинарнике. Или в золотом осетре. Спроси флягу, тебе его каждый покажет. Ты Волверстон, капитан Атропос. Погоди, я ли Атропос, капитан Волверстон? Твин, что же на это? Мне надо на Скеллиге. Моя Атропос идет на Скеллиг. Зерно везу, только... Тихо. У тебя деньги есть? Держи, этого хватит? Мешок тяжелый, как бычьи яйца. Так что, готов в дорогу? Ты сам-то готов? Ты едва на ногах стоишь. Выясни себе одно. Капитан Волверстон никогда не ходит в море трезвым. Море в одну сторону, Волверстон в другую. Вот и качает потише. Ну так что, дорогу! Поплыли. Топ! Осталось стременную и на пассажок за удачу. Здоровья мои, Атропос! Поднять паруса! Хватит болтать! К бою!
Не подходи, убью. Я смерти не боюсь. Ты обираешь все трупы, которые тут выбрасывают? Брать у мертвого не кража. Я островитянин. Не пашу, не сею. Мой урожай выбрасывают на берег волны. Ты плыл на Атропос? Да. Я думал, у капитана с вами какой-то договор. Может, с Лугасом он и договаривался, а с Крахом нет. Хотя стоило. У нас тут чужих кораблей не любят. А ты-то чего ищешь на Скеллиге? Встречаюсь с чародейкой. Йеннифер из Венгерберга. Кайртрольда у Краха гостит какая-то чародейка. Может, она самая и есть? Кажется, не слишком ты ее жалуешь. И правильно, кажется. Говорят, она обвела Краха вокруг пальца и вертит им, как хочет. Страшно гнусная баба. Командует всеми. Одно слово — ведьма. Как выглядит эта чародейка? Одета в черное и белое. Если б не сиськи, можно было бы принять за касатку. Хотя и с сиськами ее многие спихнули бы обратно в море с большим удовольствием. В Йеннифер много хорошего. Надо только узнать ее поближе. Не сомневаюсь. Знаешь, как попасть в Кайртроды? Как-нибудь попаду. Держи путь на север. Потом повернешь к западу, в сторону залива, и придешь к мосту. Ярл сегодня в порту, и твоя чародейка должно быть тоже там. Спасибо. До свидания. Но! В этом нет нужды, дитя. Знаю, но я хочу. Ох, такая молодая. Пусть бы Бирна пошла, а не дольше ложа делить. Тихо, она так решила.
отлично выглядишь. Спасибо. Я рада тебя видеть. Торжественная речь. Король Брам из клана Тирших собрался в свое последнее путешествие. Там, куда он уйдет, он встретит наших славных предков. Вместе они станут ходить в налеты и на охоту. Сядут в братском кругу и будут славить деяния былых времен. Теперь он будет жить в сердцах наших. А однажды мы все станем с ним плечом к плечу. И это будет добрый день. Ты знала Брана? Да. Его очень уважали. В отличие от его жены. Кланы Судскеллиге! По обычаю, на время войны кланы объединяются под началом короля. Мы простились с Браном. Время выбрать его преемника, который поведет нас против черных. Двор Каэртрольда распахнет двери для каждого, кому был дорог Бран из клана Тиршах. Еды и питья хватит на всех. Во время тризны назовут свои имена те, кто считает себя достойным короны. Я не видел тебя 2 года. Хочется забрать тебя в уединенный домик на берегу моря и не выходить оттуда неделю. И что бы мы там делали столько времени? У меня есть кое-какие мысли. Та, в которой фигурирует веревка для трофеев, меня прямо заинтересовала. Ты опять читаешь мои мысли? Более того, мне они нравятся. Ты узнал что-нибудь в Велине? Сири каким-то образом попала к тамошнему барону-самозванцу. Он держит в страхе всю округу. Незадолго до Велина Сири ранена. Она была ранена? Серьезно? Не думаю. Барон вскоре отправил ее в Новиград. Подозреваю, что она искала тебя. До барона она попала в лапы 3 ведьм. По счастью, она сумела сбежать. Ведьм? Не знаю, что это за твари на самом деле, но они очень опасны. Кстати, о ведьмах. В Велине я встретил нашу старую знакомую, Кейру Мец. Что она делает в такой дыре? Скрывается от охотников за колдуньями. Она сказала, что Цири искал какой-то эльфский чародей. Хорошо. Когда будет больше времени, мы к этому еще вернемся. Цири в Новиграде хотела снять какое-то проклятие. Когда я приехал, ее уже не было. Ты уверен? Это рассказал Лютик. В этот раз без художественного вымысла. А что за проклятие? Я почти ничего не знаю. Цири попала в переделку и не успела довести дело до конца. Я нашел филактерий, который она собиралась зарядить. Потом дашь мне на него взглянуть. А ты что-нибудь узнала? Не так давно на Артскеллиге произошла катастрофа, вызванная магией. Очень необычная. Я не встречала ничего подобного. У меня предчувствие, что причиной всему была Цири. Я уважаю твою интуицию, Йен, но нам нужны настоящие доказательства. Они появятся, если я смогу исследовать аномалию. Но Мышавура и его друиды никого к месту катастрофы не допускают. Мышавур возглавляет круг друидов на Скеллиге. Я не видел его с... С тех пор, как Цири была маленькой девочкой.
Сомневаюсь, что ты сможешь с ним договориться. Даже на правах старого знакомого. Почему Мышавур тебя не пускает? Скажем, мы разошлись во мнении. Громко и сильно разошлись. О, Крах. Белый волк! Приветствую тебя, Крах. Нам надо встретиться на Тризне. Я не приму никаких отговоров. У меня к тебе важное дело. Наш уединенный домик подождет. С Крахом Анкрайтом отношения лучше не портить. На Перу я буду в черном и белом. Надеюсь, ты будешь со мной гармонировать. Подбери что-нибудь, в чем ты пока не охотился на чудовищ. Йен, ты знаешь, как я не люблю эти новые дублеты. Сперва они жмут, а потом тут же рвутся. Я, как и Крах, не приму никаких отговорок. Мы тут не ради удовольствия. У нас важное дело, и мы должны выглядеть пристойно. Я сняла комнату в корчме. Зайди туда и выбери что-нибудь, что я приготовила. Мне надо еще кое с чем разобраться. Встретимся у входа в зал. Идеальная комната для Йен. Она всегда любила простор и роскошь. Гламур. Даже закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником. Видно, вкусы у нее не изменились. Не представляю, как ей удалось привезти столько одежды. Она галеон зафрахтовала, как всегда. Черная и белая. Чучело единорога. Мегаскоп. Я смотрю на без него никуда. Как говорила Филиппа Эльхарт, мегаскоп – вещь столь же личная, как зубная щетка. Она по-прежнему не расстается с отравленным источником Тиса и Даврие. Привет. Море с утра спокойно, будто боги почтили смерть великого конунга. Ты портной? Портной. Надо думать, единственный на островах. Если ты так ловко работаешь ножницами, может, ты меня подстрижешь? Я такими вещами не занимаюсь, но путешественнику отказывать не полагается. Thank you.
Бывай. Не думал, что когда-нибудь решусь на такое. Но чего не сделаешь для... Да. Кто для меня Йеннифер? Мое почтение, ведьмак. Позорим его раскосы. Разерекладываем край. Морских чертей. Тягать себя в воздух в деревянном ящике. А по морю плавать в деревянном ящике — это потом.